У меня вот друг также прямо на работе в станок попал. Простите нас, пожалуйста. Простите, что у меня там? Подхватимся. Подхватимся. Наконец-то. Я уже хотел сказать, да ладно, мам, что ты? Как делали, это было очень неожиданно. Угадать нельзя было. Оттуда же. 5, 4, 3, 2. Простите нас, пожалуйста. Вот я, актриса. Ребята, ну не знаю. Пианино! Давайте. Игнат Смолин. Гениально! Чудесно! Приступаем! Поехали! С той же ноты. 5, 4, 3, 2. Простите наш... Да что... Ну, скажите так, Иван Васильевич, сейчас вот один. Ребят, сейчас, простите, что же у меня там, я не знаю. Простите нас, пожалуйста. Простите наш, нас. Простите нас, пожалуйста. Простите нас, да что такое у меня вдруг? Как что, старость? Старость? Все. Ну, все. Не смотрелась я и в паспорте? Не смотрела. Вот. Давай. А эта молодежь стоит им начхать на все. Простите нас, пожалуйста. Да что ж такое? Разделите, пожалуйста. Простите нас. Пожалуйста. Вот. Простите. Поменяйте. Еще разок. Просто, простите, пожалуйста, нас. 5, 4, 3, 2. Простите, пожалуйста, нас. Теперь там. Чего я? Ну, все нормально. Это не просто. А вы-то что тогда ржете? Я с таким трудом это выговорила. Ну, здесь тебе там. Не, простите нас, пожалуйста. Разделите, просто простите. А я сказал, простите, пожалуйста, нас. Ну, что я правильно сказала? Я поменяла просто это самое. Анька на меня оранжевала сразу. Чего? А что тут такое? Простите нас, пожалуйста, как правильнее. Или еще пожалуйста, разок. Простите нас. Сейчас. Я вам предложил моржовский вариант. Спасибо. 5, 4, 3, 2. Простите нас, пожалуйста.